УЕФА не рассмотрит дело по матчу Швейцария-Украина 20 ноября. После того, как власти кантона Люцерна не дали официального согласия на проведение матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины из-за нескольких положительных ПЦР-тестов в составе украинской команды, УЕФА открыл дисциплинарное дело по данному вопросу. 20 ноября дисциплинарный комитет УЕФА рассматривать дело швейцарского матча сборной Украины не будет. До 20 ноября Украинская ассоциация футбола, как и Швейцарский футбольный союз, должны будут предоставить всю исчерпывающую юридическую информацию, которая касается истории несостоявшегося поединка в Люцерне. Помимо основных аргументов, что сборная Украины имела для заявки на матч 13 здоровых футболистов, украинская сторона добавит к делу результаты ПЦР-тестов украинской делегации, которые команда сдала по возвращении в Киев 19 ноября. Все они были негативными, в том числе у жуниора Мураеса и Сергея Кривцова, которые ранее сдали ложноположительные тесты в Люцерне. По имеющимся данным, окончательный вердикт по матчу Швейцария-Украина дисциплинарный комитет УЕФА примет уже на следующей неделе, после того, как проанализирует все документы по данному вопросу. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!